Это неспроста. Само дерево жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. А зачем на свете мед? А затем, чтобы компания Faberlic в 11-м каталоге выпустила для нас новинку – медовый шампунь. По-моему, так. В состав шампуня входит натуральный горный мед из Алтайского края. Посмотрите, какая текстура. Густой, янтарного цвета. Напоминает натуральный мед, запах идентичный натуральному меду. Главное – не съесть. В составе 95% ингредиентов натурального происхождения. Подходит для всех типов волос, сделает ваши волосы послушными, здоровыми и блестящими. А посмотрите, какой объем! 380 миллилитров! XL объем такого шампуня. А цена всех порадует, потому что в 11-м каталоге скидка на новинку 55% и цена каталога 139 рублей. Порадуйте себя и своих близких такой новинкой – янтарным шампунем на основе натурального горного меда с Алтая. Ведь это лучший выбор. По-моему, так.